Еще одна премьера нашей театральной афиши. Мы находимся в театре имени Ленинского комсомола, где сейчас идет новый спектакль по пьесе Михаила Шатрова «Мои надежды». Это название имеет и прямой, и чисто символический смысл. «Три надежды» — это три ткачихи, представительницы трех поколений славных рабочих женщин. Одна начинала еще при Орджоникидзе, другая работала в войну, третья — наша с вами современница. На их долю выпало немало трудностей, общих и для страны, и для времени, в котором они жили и живут. Но все три женщины таковы, что на них можно положиться, на них можно надеяться. И пока они есть, пока они с нами, все в нашем с вами доме будет хорошо. Вот главная мысль пьесы, и она же вполне объясняет название пьесы. О новой работе театра расскажет главный режиссер театра, постановщик спектакля Марк Захаров. Мы очень благодарны драматургу Михаилу Шатрову, который принес к нам в театр пьесу горячую, согретую дыханием наших трудовых будней. Пьеса нас очень заинтересовала и взволновала, потому что она лежит в основе нашей главной темы в строительстве нашего репертуара. Она связана с проблемой личности, становления личности молодого человека. Она связана с темой революционной преемственности наших поколений. В основе пьесы «Судьба» молодой ткачихи Надежды Родионовой. Ее роль исполняет впервые вступившая в нашу труппу, недавно вступившая в нашу труппу, молодая актриса Татьяна Кравченко, недавняя выпускница школы-студии МХАТ. Это ее первая работа и, по-моему, счастливый актерский дебют. Ее героиня совершает непростой, резкий, сложный поступок, который не сразу встречает понимание со стороны товарищей, который требует большого мужества. Поступок, который продиктован высокими нравственными, моральными категориями. И это плод мучительных раздумий, плод борьбы. И это последствия тех встреч, которые произошли в ее жизни. И вот тот фрагмент, который вы сейчас увидите, это как раз такая очень важная встреча в жизни Нади Родионовой. Это встреча с представителями старой рабочей гвардии, ткачихами, которые уже на пенсии, происходит действие в доме ветеранов. И это поворотный момент в судьбе Нади. После этого она становится человеком смелым, решительным и отчаянным. Вы увидите Татьяну Ивановну Пельцер, народную артистку Советского Союза, лауреата Государственной премии, в роли тети Нади Бурыгиной. Вы увидите заслуженную артистку Республики Лидию Николаевну Рюмину, Веру Марковну Орлову, народную артистку Республики, лауреата Государственной премии, и наших молодых актеров, нашу дебютантку, молодую актрису Татьяну Кравченко и Александра Абдулова. Мы о вас, Нюры, очень много слышали, Наденька, и очень рады, что невзначай к нам заглянули. Пожалуйста. Нюр, Нюр, ты погляди, какие они красивые. Да какие они красивые. Они просто молодые. Нет, они правда красивые. А вообще, ты это правильно говоришь, потому что красота, она не вывеска, она в душе хоронится. Да. Вот у нас надежда да была. Да я-то при чем? Ну что вы? На 8 автоматах! А? Нюр, что ж так орешь-то, я же не глухая. Мы с Нюрой тоже ведь к этому касались. Тогда вся страна кипела. Вот. Поглядите, вот это вот мы с Нюрой. На совещании в Кремле, 35-й год. Да. Серго проводил. Григорий Константинович. Серго. Григорий Константинович. Серго. Григорий Константинович. Для всего народа Серго был и для меня Серго. Ты ладно, ты лучше посмотри, каким мы с тобой подержаны. Он каким был цветущим, таким и остался. Он сейчас меня на 30 лет моложе. Серго и все тут. Ой, помню я. Сидим мы с Нюркой, слушаем. И вдруг я... замечаю, он все на меня посматривает. А ты не думай, я тогда девушка сладненькая была. Не смотри, что худенькая. Мужчины всегда оборачивались, один даже наперсточком
называл. Да, вот сейчас тоже один такой ходит, спрашивается, ну чего потерял, чего потерял? Старухи мы уж, кончилась весна. Вот она, это как бульдог хватает. Кончилась весна. Вот погоди, вот выйду замуж и съеду от тебя. Ну ты что, Алёна, Надь, ну да бог. Да ладно. Да, так вот, значит, гляжу я, все он на меня посматривает и посматривает. А почему это на тебя? Нас девушек там человек 10 сидело. Ну, не на тебя же, на кикимру ему смотреть-то было. Я и тогда платье, помнишь, свое голубенькое, новенькое одела. Креп-маракен. Да. Теперь такой ткани нет. Нет. Ну, конечно, вся залился. А всегда приятно, когда на тебя мужчина смотрит, а тут еще член правительства. Ой, а сам-то он из себя был. Видный, красивый мужчина, а глаза чистые, лучистые, прям как у ребенка. А я что-то не замечала. Ну, а что ты в этом деле-то понимаешь? У нее одно на уме было, собрание до заседания. Да, и вдруг я вижу, встает Серго, улыбается и говорит, а что это у нас, товарищи, Надя? Бурыгина молчит. Попросим ее, товарищи, на трибуну. Все захлопали, а я в кресло забилась. А я от Нюрка стерва, подруга называется, вместо того, чтобы помочь, выталкивает. Ой, иду я к трибуне. Серго стакан воды протягивает. Объясни, говорит, нам, дорогая Надя, как работать надо. Ну и тут я начала. Не знаю, откуда их голос-то взялся. Товарищи, я расскажу вам, как работаем мы, стахановцы текстиля. Ну, основная наша задача – это хорошо технику изучить, станок свой знать. Ну, а самое главное – это любить свою работу, со сменщицей дружить. Это я вон ее Нюрку в виду имела. Ну, а затем вопрос о маршруте. Раньше у нас было по 15-20 станков. И мы бегали от одного к другому, суетились, а теперь ходим по точному маршруту. И я рассчитываю в этом году перейти на 74 станка. Вот тут, в этом месте, Нюрка, а с виду приличная, вскакивает и на весь зал орать начинает. Ой, ну что ты орала? Ну скажи, ну чего ты орала? Как говорю, на 74 станка не может этого быть. Может. Вот здесь, с этой трибуны, беру на себя такое обязательство. А это, знаете, прям как шил вставили. А раз так, так я перехожу на 96. А я на 100. А я на 116. А я к концу года до 140 дойду. Я свой рекорд никому не отдам. Ну, а тут она и замолчала, и отстала от меня. А я свои возможности взвешивала. А Серго говорит, не будем, товарищи, гнаться за слишком большим количеством. Дайте нам лучшую в мире ткань. А вечером на приеме он нас с Нюркой петь заставил. Да. Вставай! Глаза б мои на тебя наглядели. Вылезла перед правительством. Ой, дура ты старая. Если бы не я, ты бы сроду мировой рекорд не поставила. Недаром и мне орден дали. Песня у нас тогда задушевная была. Теперь таких не поют. Я девочка фабричная, я вся полна огня, к нужде, к труду привычная, сумей любить меня, сумей любить меня. Пустые слушать речи не стану я, любя. Мне мил, в ком сердце кречет, а кто волен, как я? Кто волен, как я? Я сильная, я смелая,
обидишь, не прощу. Умчусь, как чайка белая, далеко улечу. Далеко улечу. Я ласк своих постылому умру не подарю. Зайду я в сердце милому, как солнышко в зарю. Как солнышко в зарю. Я девочка фабричная, я вся полна огня. К нужде, труду привычная, сумей любить меня. Сумей.